Железная дорога была и остается одним из основных видов транспорта, мощным стимулом для развития промышленного производства. А профессия железнодорожник по-прежнему одна из самых престижных в обществе. Гомельское отделение Белорусской железной дороги – многопрофильное предприятие, способное удовлетворить самый взыскательный спрос в грузовых и пассажирских перевозках. Оно находится на важнейшем стратегическом перекрестке, связывающем пути с востока на запад. В распоряжении Гомельского отделения почти 900 километров главных станционных и подъездных путей. На предприятии трудится почти 11 тысяч человек. Чуть более 500 в одном из структурных подразделений в Гомельском вагонном депо. Здесь занимаются техническим обслуживанием грузовых и пассажирских вагонов, ремонтом колесных пар, автотормозного оборудования. Депо вносит значительный вклад в валютный доход белорусской железной дороги. Экспорт услуг – текущий отцепочный ремонт приватных вагонов. В прошлом году было заработано 164 тысячи долларов, а всего за 6 месяцев 2021 – более 360. Наше депо не стоит на месте, старается развиваться. Значит, в 2022 году у нас в планах реконструкция участка контрольного пункта тормозов. Значит, это будет двухэтажное здание с улучшенными условиями труда для работников, а также в целях улучшения качества ремонта тормозного оборудования и технологии ремонта, да, будет закуплено дополнительно новое оборудование. Еще одно структурное подразделение – станция «Гомель». Сейчас мы находимся в линейном центре транспортного обслуживания. Центр функционирует в круглосуточном режиме. Среди самых крупных клиентов – «Гомсельмаш», «Злин», «Гомельский ДСК», «Гомельстекло». Спрос на железнодорожные перевозки, к слову, растет. Об этом свидетельствуют следующие цифры. За первое полугодие 2021 года оформлено перевозки вагонов 27,5 тысяч. Вагонов – это 1 630 000 тонн. И по выгрузке оформлено 21 800 вагонов – это 1 450 000 тонн. Если так, по сравнению с прошлым годом, по погрузке это 109%, по выгрузке 170%. В Гомеле накануне профессионального праздника во Дворце культуры железнодорожников состоялось торжественное собрание. Благодарности и почетные грамоты за добросовестный труд вручили сотрудникам разных подразделений. Работу я очень свою люблю, мне очень нравится. Во-первых, 26 августа мне 40 лет, как я на железной дороге здесь на одном месте. Это вы знаете, что, наверное, с детства мечта такая. Когда-то еще в молодости все хотела или проводником, или все равно, наверное, железная дорога у меня, она... Отец, мать тоже работали на железной дороге, дедушка. Железная дорога для меня – это жизнь, вторая семья. Семья одна – это жена и дети, вторая семья – это уже железная дорога. Где хватает, конечно, и вопросов, и как работа с коллективом. Коллектив, сами понимаете, есть и мужчины, есть и женщины. Это всегда нужно быть и психологом, и знать, входить в проблемы в каждого человека. Ну, также это выполнение поставленных показателей, это работа также с предприятиями, это и местная власть, это экономика. Поэтому, да, труд нелегкий, но приятный. Награды получили около 100 сотрудников Гомельского отделения Белорусской железной дороги. Дмитрий Котов, Валерий Гопанько. Новости недели.